всі коти потребують уваги, а особливу увагу їм слід приділяти під час линьки. Хоч котики і вичісують себе самі і виконують цю роботу чудово, все-таки інколи треба їм допомогти. У кошек бувають достатньо різні типи шерсті. Вони бувають длинношерстними, короткошерстними. Практично у всіх животних є підшерсток, який два рази в рік линяє. Также линька может быть не только сезонной, ну, скажем так, из-за болезни животного, либо же вот в жару. Тож настає такий час, коли господар може з легкістю допомогти своїм котам і собі. Во время линьки у животного начинается процесс выпадения подшерстка. Так как в жару животному необходимо избавляться от шубки, от своей. Также отлинивает и остевой волос. Для того, чтобы облегчить жизнь кошки, для того, чтобы избавиться от разбросанной по всей квартире шерсти, мы можем использовать всевозможные расчески. Но, к сожалению, не все расчески помогают эффективно избавиться именно от подшерстка. Не все так хорошо его вычесывают. Но существует единственный в мире, разработанный достаточно недавно, прибор, который называется грабля для удаления подшерстка. Так называемый в народе фурминатор. Користуватися такими грабельками достатньо просто. Треба лише вчасно розчісувати вашого улюбленця. Але фурмінатор має і свою техніку безпеки. Сам принцип фурминатора заключается в том, что чем реже мы чешем животное, тем более лучше проходит линька. Фурминатором нужно чесать один раз в месяц на протяжении 20 минут, не более. Если же идет обильная линька и нужно избавиться от большего количества волос, мы можем чесать один раз в неделю, но также не более 20 минут, разделяя это время на 2-3 подхода, если животное сопротивляется. Чешем исключительно по росту шерсти, ни в коем случае не против роста. І обов'язково животне должно бути сухое, не мокре. В чому ж секрет таких чудових грабель? Чому саме така розчіска краще справляється з підшерстком? Принцип действия фурминатора заключается в том, что он состоит из нержавеющей стали, на вид выглядевшей как лезвие. На самом деле это не лезвие, это такие грабли, которые проникают между остевыми волосками у животного и поддевают подшерсток, таким образом выталкивая его на поверхность, не задевая остевые волоски, и помогают нам избавиться от подшерстка. Граблі для видалення підшерстку бувають декількох типів. Для довгошерстих котів в них буде більш довгі зубчики-розчіски, для короткошерстих – більш короткі. Також бувають грабельки, де саму розчісочку можна міняти. А є такі, де цього робити не прийдеться, бо вони мають гарантію на 40 років вперед. Также существуют еще дополнительные кнопочки для сброса нежелательной шерсти, что очень удобно, когда мы сами вычесываем животное, и оно не хочет, сопротивляется. Мы можем расчесывать, делая это все одной рукой. К примеру, вот так вот. Избавляясь от нежелательных волос. Нам не нужно отпускать животное и убирать всю шерсть с фурминатора вручную. Також ці грабельки мають ще одну вельми важливу функцію. Когда мы вычесываем животное с помощью грабли для удаления подшерстка, мы избавляем не только его от лишней шерсти сверху, но также мы и помогаем ему избавиться от комков, которые сбиваются в желудке. Это очень большая проблема, особенно у длинношерстных животных, когда они слизывают шерсть и пытаются избавиться от нее самостоятельно. Комочки волосяные образовываются в желудке, и их достаточно тяжело вывести естественным путем. Спеціалісти кажуть, за 3-4 рази такі граблі дозволяють позбавитися від 90% підшерстку.
Втім, пам'ятайте, якщо у вас вдома живе виставковий екземпляр, дуже вже часто вичісувати його не слід, бо можна позбавити тієї таки виставкової краси. Тож краще користуватися грабельками за інструкцією. І тоді неодмінно наступить полегшення. Кіт звільниться від зайвої відмерлої шорстки, а ви таким чином звільните свій дім від надокучливого котячого пуху.